Загляни в лавку rpgdon.com. Закажи услуги драйвера по прокачке и фарму. Подробности ищи на сайте, а ссылку под видео. Всем привет, ребят, с вами Нитрич, и играем в Black Desert Online. Сегодня у нас речь идет о экономичном способе поднятия урона. А именно, будем экономить мы на поясе. Разгонял я себе ДПС давным-давно уже, прошло со стартом идеи немало времени, появился пояс Шульца, который, к моему удивлению на тот момент, я его впервые увидел, стоил он сущие копейки. Древень у нас, берем мы пояс древня, который у меня был, он стоит 30 миллионов. Пояс Шульца, заточенный на один, стоит 7 миллионов. Урон у них у обоих 5,5. Только что древень дает плюс 1 меткости и грузоподъемность ЛТ нашу 80, а Шульца плюс 60 просто без меткости. Меткость плюс 1 это пусть, ну, просто нереальный пустяк, который мы можем пропустить. Ну и разницу в 20 ЛТ тоже фигня. Дальше. Еще интереснее. Плюс 1 дух дает нам 7,7 атаки, стоит 93 миллиона. Ну и плюс 80 ЛТ. Шульца плюс 1 дает нам тоже 7,7 атаки, дает 70 ЛТ. И стоит он, внимание, 30 миллионов. 30. То есть разница в этих поясах будет 60 миллионов. То есть вы сэкономите 60 миллионов, приобретая пояс Шульца. Второй. Итак, пробовал я первый раз его точить, сразу же покупал плюс первый готовый, что и вам советую, если будете поступать как я, точить его на плюс 2, а духа свое древнее продавать. Думал, 24 лака будет достаточно. Ну, волновался. Так, ну давай же, жмись. Пошло. Оп, и фейл у меня произошел. На первой заточке был фейл. Ну, как говорится, первый блин комом. Но я верил в светлое будущее и приобрел себе еще один пояс. Опять же, получается, я потратил 7 миллионов на плюс первый и 2,5 на простой. Лака у меня было, видите, опять 24. Вторая попытка без анимации увенчалась успехом. Получил я аналог пояса древня на плюс 1, Шульца на плюс 2, 7,7 атаки, который аналог стоит его 90 миллионов. Что у нас получается? Первую попытку я потратил, так, 9,5 миллионов, и сейчас 9,5 миллионов. То есть получается 9, за 19 миллионов я получил пояс, аналог который 7,7 атаки, 90 миллионов стоит на аукционе. Спрашивается, зачем переплачивать? Если у вас есть древень, ну, конечно, тут такое уж, если боитесь точить, то лучше не рисковать, конечно. А если вам нужен урон, как и мне, допустим, постоянно повышать его, чтобы соперничать, то точитесь, не стоит переплачивать. Спасибо, ребята, что смотрели данное видео, подписывайтесь на канал, заходите к нам в группу ВКонтакте, пишите свои комментарии. Ну и как всегда, всем удачного дропа, пока-пока!